Поступок достойный восхищения. Оперуполномоченный отдела полиции района Макшан Жумабаева Ольга Конгозина помогла появиться на свет малышу. Она участвовала в принятии родов у 34-летней жительницы села Рощина. Случай произошел в Хлеборобном на избирательном участке в сельской школе. 8 января во второй половине дня встревоженный фельдшер из соседнего села постучала в двери учебного заведения и попросила о помощи. В тот момент на дежурстве находилась капитан полиции Ольга Конгозина. Роды проходили так стремительно, что в районную больницу было не успеть. Женщина в погонах оперативно приняла решение взять инициативу в свои руки. Получив инструкцию от местных медиков, начала действовать по их указаниям. К счастью, роды прошли успешно. Уже через несколько минут на место прибыла карета скорой помощи. Я поняла, что до районной больницы они не успеют доехать, так как у женщины начались потуги. Это состояние мне уже знакомо, так как у меня есть дочь. Мы проводили женщину до кушетки, которая находилась в медпункте данной школе. И когда она прилегла, то я увидела голову ребенка. Мы с фельдшером, как могли, объяснили ей, чтобы она отужилась. И спустя секунд 30 ребенок родился. Врачи сказали мне по телефону, что необходимо перевязать пуповину с обоих сторон от матери к ребенку бинтом. Что я и сделала, обеззаразила спиртом ножниц и перерезала пуповину. Затем ребенка мы укутали в пеленки, так как ему нельзя было переохладиться, и укрыли его одеялом. После чего спустя время подъехал врач-гинеколог и акушерка, и ребенка с матерью увезли в районную больницу.